Ух ты! Вот этот вопрос. Хаппенгаген. Так. А, что-то знакомое. Знакомое, похоже, знакомое. Есть немножечко такое. Ну что, все там, евреи где там живут? Израиль? Что там, Израиль, это город, по-моему. Звучит сложно, Копенгаген. Ирак, не знаю. Нет, не Ирак. Какой там нам? Ирак или Перскала? Наверное. А укладка? Что? Феном? Да. Махунга! Здравствуйте, меня зовут Евгений Ширяев, и это шоу «Вопросы за бабосы». Привет, мужик. Залетай сюда. Здорово. Классные очки. Спасибо. Здорово, привет. Отец. Как я понимаю, это твой вайп, это мой вайп, это твой вайп, это мой вайп. Да. Смотри, я задаю тебе 5 вопросов, ты на них отвечаешь, я плачу тебе деньги. Сколько вы платите? 1000 рублей. Давайте. Чё, как сам? Да я вообще всегда четко, всегда солнечный день, всегда прекрасно. Укладка? Что? Феном? Феном, да. Города. По городам будет? Да, вот сегодня города. В какой стране город Дели? Дели. Город какой страны? Дели. Ладно, даже не город. Пускай будет столица какой страны. Столица? Если я не ошибаюсь, это... Я ошибаюсь, это не южная. Я не знаю. Я не скажу, я очень боюсь ошибиться. Так. Китай. Япония. Япония. Дели? Да. Я думаю, Австралия. На лобешник девчонкам приклеивает такую классную штучку прямо посерединке. Япония? Нет. По-моему, это столица какой-то из стран Южной Америки, но я очень сильно боюсь ошибиться. И, по-моему, это не так. Пусть будет Аргентина, но я не прав. У них еще очень классные фильмы. Голливуд отдыхает. Там не то чтобы Голливуд, там прям Болливуд. Вашингтон. В Вашингтоне? Да. Болливуд в Вашингтоне? А Вашингтон — это какая страна? Америка. Ты сечешь, я вижу. Страна, конечно, грязная. Грязная? Да, много там грязи, как я видел по телевизору. Но мне кажется, что где-то есть и чисто. Потому что, понимаешь, там, смотря в зависимости, в какой-то касте находишься. А, это Индия, господи, я тут говорю, нет? Индия. Индия. А, Индия? Индия. Давай другой вопрос. Ну, господи, давай. Чё мы с тобой мучаемся? Столица какой страны? Город Осло. Осло? Осло. А. Осло. Хорватия? Нет. Швейцария? Нет. Осло. Великобритания? No. Канада? Нет, это... Осло, северный. А в Канаде столица Канады назовешь? Канада, так, Камбера. Осло. 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 Швеция? Не, поближе, братан, сюда. Швеция? Да нет. Блин. А сколько тебе лет-то? 16. А-а-а. Блин. Слушай, ну ты Дели знаешь. Ну да, кто Дели-то не знает? Есть те, кто не знает. А, блин. Что-то вообще на языке вертится и не могу. Крутится, крутится. Крутится, вертится. Осло. Италию? Нет. Такое скандинавское Осло. Ты. Да. Это... Финляндия? Нет, точно не Финляндия, боже. Рядышком. Рядышком, да. Вот сверху над Финляндией. Сверху, да? Да. Ты представляешь? Да. Представляешь сверху? Да, а я забыл название. Норвегия. 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 Вау. Давай другой вопрос. В эту неоновую ночь. Фивы. Город какой страны? Что за вопросы? Какой? Фивы. Дания. Фивы? Фивы. Очень похоже на... Да, это тоже столица, поэтому, да? Нет, оттуда родом знаешь кто? Кто? Ахиллес? Рим. Нет. Греция. Греция? Очень похоже на Грецию по названию. Греция? Греция. В эту неоновую ночь. Сейчас на втором канале уже вышел очень крутой выпуск, который я сделал
прям с таким удовольствием. Помните, когда я ездил в Краснодар? Я сделал travel, типа про путешествие, такой видос, типа влог такой путешественный. Мне кажется, что получилось классно. Переходите на второй канал. Краснодар, Геленджик, travel, там revel, всяко Marvel видос. Город Копенгаген. Столица какой страны? Ух ты! Вот этот вопрос. Копенгаген. Хопенгаген. Хопенгаген. Так, это надо сейчас подумать, потому что это очень сложно. Греция? Нет. Да, на греческое что-то не похоже. Хопенгаген. Не, Копенгаген. Хопен это так я. Типа да, я... это типа хэппи, да. Типа. Типа что? Типа хэппи. Ну, хаппинг. Не, типа хапать. Хапать. А, да. Германия. No. Копенгаген. Копенгаген. Стой, это не столица. Это Польша, скорее всего. Нихт. Нихт, да? Так, еще раз. Копенгаген. Копенгаген, Копенгаген. Что такой мужик на нас смотрит? Блин, я знаю. Проблемнес. Там есть что-то с подвохом? Вопрос. Не, никаких подвохов. Копенгаген, блин. Стоп, 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 стоп. Помощь друзей можно? Кто-то знакомый суперским. Я бы сказал суперски, пуперски. Так, окей, давай Австрия. Что, ты не согласен? Суперская, пуперская, ну, согласен, да. Да. Ребята, ребята, ребята. Это прям экстра важно. Экстрем, экстра. А столица, ну, типа, Копенгаген, столица какой страны? Я вообще в географии не Венгрия, может быть. Сильно. Венгрия, возможно. Нет? Тогда... Я сказал Германия, но это та же. Германия, Берлин, ладно. Ну, да, ну, мало ли, ну, я хрен его знает. Не, не знаю, не что знаешь. Звучит сложно, Копенгаген. Даня? У тебя нет наушника там никакого, бля? Нет. Молчит, молчит, а потом на-на отвечает сразу же. Девушка, 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 девушка! Постойте, важный вопрос. Копенгаген – это столица какой страны? Дании. Дании? Супер, спасибо вам. Дания? Да, Дания, да. Это Дания. Это ЕУ. Давай попозже к этому вопросу. Да, давай вернемся попозже. В эту неоновую ночь. Столица какой страны? Каир. Ну, Каир – это легко, брат. Каир? Ну да. Уж будьте любезны. Не Каир? Молодой человек. Что? Не Каир. Каир, столица Каира? Да. Не. Нет. Нет. Что-то знакомое, что-то знакомое. Знакомое, похоже, знакомое. А, немножечко такое. А, Каир, Каир. Еремщика не знаешь? Кого? Еремы. А, это... Ну, что базаришь, как Еремы. Я понял, это, сейчас... Как что ты понял, это... да? Васек, что ты понял? Как его там, ну что, все там, евреи где там живут, Израиль, что там, Израиль, это город, по-моему, Ирак, не знаю, нет, не Ирак, какой там, ну, Ирак. Ирак или Персхалау? Наверное. Каир, Каир, да. Или Сирия? Нет. Саудовская Аравия. Это. Так, Каир, что-то очень знакомое, такие города я слышу. Море такое там, конечно, такое все. Рыбки там все это плавают, все так прям. Все так видно, прям ты ныряешь туда, вот. Вот плывешь, и вот рыбы там, и там рыба плывет, и тут плывет. Вот. Блин, где там есть море? Моречко там красненькое. Красное море. А, где там этот полуостров этот еще, да? Полуостров в Великобритании. Не, Великобритания это остров. Не полуостров, это остров. Да. Да. Давай тут мне это самое. А, где там? Лапшу на уши не вешай. Африка, там еще Средиземное рядом море, да? Красное море там. Каир, Каир, что-то знакомое. Не, я слишком глупенький, да можно на потом тоже. Алжир какой-нибудь? Не, Турция. Египет. Турция. Не Египет, не Турция. Так это там, так, ребят. Разговаривают. А ладно, а можно что-нибудь взамен этих вопросов? Все сказал ты уже, давай. Ну Египет. Ну Египет, да. Что-то мучаешь меня. Египет?
Нет? Кто? Не, Египет не столица. Тьфу, Каир не столица Египта. Че это вдруг? Или столица. А что столица? Столица. А, не Египет? Египет. Я у меня говорю уже, я плохо, очень плохо. В эту неоновую ночь. В какой стране город Женева? Женева. Слушай, я тебе что говорю-то? Работаю этим, как его, ведущим. Свадьбы, корпоративы, там все дела. Знаешь, какой я ведущий? Какой? VIP. Все всегда, когда я веду эти мероприятия, все кайфуем, стреляют из автоматов, говорят, о, как классно ты, Жека, проводишь. Лучший в мире, серьезно. Смеются. Недорого. 50 тысяч рублей. Недорого. Это же нормально. Это нормальная цена. Нет, полташка, это нормальная цена. Да, это недорого. Ничего себе. И я ляпнул в том видосе о том, что я случайным образом напомнил всем, что я ведущий, в Инстаграм просто сейчас горит. Ломается. Пускай он сломается вообще. Конечно. Этот Инстаграм. Продолжайте. Продолжайте писать и говорить: Женек, приезжай в любой город, в любую страну. В любой город? В любую страну и проведи наши свадьбы эти, корпоративы, дни рождения. Я приеду. Почему для мамы нет? Проводишь? Для мамы проводишь? И для папы, и для мам. Для геев ни разу не проводил. А стоит? Я, слушай, толерантный. Мне пофигу. Раньше, конечно, я был гомофобом, когда жил в Металлострое. Но все, я уже там, ты уже там не 7 живешь. Лет не живу. Да, все. Конечно, значит, можно. Да. Простите, так что там с Женевой? Звучит как-то красиво. Женева, не по-русски. Блин, Женева, что-то знакомое. Без подсказок, посоки. Женева – это Венеция. Венеция? Венгрия. Австрия? Женева? Нет, не Австрия. Нет. Сорян. Ребята, извините меня. Ну, блин, я не знаю, что такое Венеция, но может быть Венеция. Ты уже сказал 100 раз Венеция. Ладно, я же тебе говорю, нет, что, тебя обманывать, нет. Что ли, буду? Ну, может, если я еще раз скажу, значит, она поменяется. Все передумают. Все там это у себя там везде. Я силой мысли поменяю все в мире. Женевьева. Дорого там, конечно. Дорого? Конечно, все там дорого. ЗПшки у них по-любому большие. Конечно. Европа, блин. Женева. Женева. Это что-то из Европы. Что-то рядом с нами. Франция. Нет. А с чем это ассоциируется? С часами. А, Великобритания? Нет. Я вообще не знаю. А, честно. Да? Не путешественник. Женева. Ну ладно, шут-то с ним. Швейцария это. Швейцария. Молодец. В эту неоновую ночь. Я спасибо. Передаю тебе микрофон. Так, да, я беру чтобы микрофон. Чтобы ты там поздравил с днем рождения. Передал привет. С днем рождения или передал привет? Только такие варианты. Если ты что-то другое будешь говорить, то я запрещаю это делать. Да, я не знаю, я передаю привет своей любимой команде, вот так могу сказать, нет? Своим ребятам, с которыми мы вместе гуляем. А у них юбилей, что ли, или что? Ну, у нас был юбилейный концерт недавно, вот, и первый перформанс в большом клубе. Вот, с этим можно поздравить? Ну, возьми тыщенку сначала. Спасибо. Это твой приз. Твой кореш? Нет. Нет. А что за команда-то? Команда Emoji Team, мы гоняем на концерты. Играете на чем-то? Нет, мы поддерживаем исполнителей, артистов, знаете, всякие плакаты, баннеры, фейражом. Вот я предлагаю вам теперь поддерживать мой канал. Ваш канал? Да, который Давай. Называется Негодяй ТВ. Баннеры, вот вся эта мишура, все вот как положено. Комментарии. Всей своей банды вы подписывайтесь на все мои каналы. И каждый день влампашивайте туда по 100 комментариев. Я тогда подписался. Все. По 1000 комментариев. Хорошо. Все, поздравляю тебя с этой победой. Спасибо. Пуэрто Марта Тересита. Давай. Спасибо. Ты молодец. Супер вопрос. Какой страны город Ленинакан? Ух ты. Ленинакан. Ленинакан называли раньше, сейчас Гюмри. Гюмри. Да. Это что-то тоже на материке. Находится по-любому. На каком? Африка. Это надо сказать, в какой стране находится? В какой стране, да. Ну, что-то
Наверное, где-то в Польше, в Европе, судя по названию. Французский акцент, Гюмри. Может, Франция? Я скажу так, что у этих ребят, которые оттуда, из этой страны, да. У них есть что-то французское в их речи. Француз. Ленинакан, нет, Ленинакан. Итальянское тоже у них есть, ну, на лице. На лице Италия, Франция внутри. Дикари, дикари, в горах дикари. Вот такие вот они. Вот. А Ленинакан. Германия, может, подсказки. Че? Варианты ответа. Че? Так, как еще раз называть? Ленинакан. Гюмри. Переименовали зачем-то, понимаешь? Зачем это сделали, непонятно. Ну, я бы вообще предположил, что где-нибудь в Африке эта страна. У горной местности. У горной? Mm-hmm. Это именно столица? Не, Ленинакан не столица. Это просто город. Так, да. Ну, давайте подумаем. Горный, горный. У горы есть в Америке. Гамик есть. Оттуда. Кто это? Узбекистан, Таджикистан. Так, какие там страны есть? Бельгия. Это получается у нас что-то связано с Америкой. Но могу сказать что-нибудь на их языке. Обычно говорят «Анега», «Анега», а в Ленинакане говорят «Ангугам», «Абе», «Ангугам», «Ахчик», «Ай», «Сирюна», «Сирюна», «Ахчик». Грузия? Нет, ты мне говоришь «Инчкачка». «Инчкачка». Нет, «Инчкачка». «Инчкачка». «Мерседеса кричка», «Апержа». Привет, если меня слышите, я Сережа. Привет. «Саватанын». Индия. Саватаны маперджа. Знаешь, что такое саватаны? Нет. Это на их языке саватаны. Я твою душу целовал. Душу красиво целовал, звучит. Твою, да. Они так могут тогда... базарить красиво всегда. Попросить. Может, Грузия? Ага, это связано с какой-то тоже восточной страной. Восточные сказки, тратитатарури, глазки. Ни в коем случае, вот даже вот не называй это, не подсказывай. Азербайджан? Еще чего. Ты такие вещи при них не говори. Ни Турцию, ни Азербайджан нельзя называть. Угу. Так. За это Чапалаха получишь конкретный. Ну, мы хотим... Айастан. Так, Мадагаскар. Проблем у нас? Армения. Идеи нет. Армения. Армения. А я был близок, ладно. Да. Армения. Армения. Да. Лагод мега. Расстроилась. Ты расстроилась? Да. Из-за чего? Ну, вопрос был действительно. Давай вопросы, ну, вообще да. Все сложные. Не все. Предыдущие были очень легкие со столицами. Мы как раз почти все столицы мира знаем. Да не все уже. Почти. Мы... Ну ладно, спасибо, девчонки. Спасибо большое. Тебе тоже. Сфоткаемся? Да. Конечно, давай. А что там с Серёмой? Для чего снимаете? Так, я снимаю этот выпуск для того, чтобы, во-первых, ставили эти лайки обязательно. Лайки. Лайки, это лайки. Вот такая, да, такая штука. Лайки это ставьте. Первое, первое. Второе, как эти называются, твари вот эти, как их пишут, которые? Как не называют? Очень. Комменты. Хейтеры. Комменты, хейтеры. Комменты, комменты. Комментарии, что писали обязательно. Да. Еще там и для... А, важный момент. Вот эти есть колокольчики. На них надо нажимать. Почему? Да. Я вот недавно смотрел аналитику. Я аналитику смотрю, народ смотрит тот, который не подписан. Ну вы что, прикалываетесь? Вы же подписаны сюда. Для того, чтобы приходило уведомление, надо этот колокольчик, им по нему потрезвонить. Им... Надо по колокольчику сразу. Им не стыдно, нет? Да я не знаю. Поэтому я настоятельно советую нажать на колокольчик, чтобы, как говорится... Не по зову сердца, а по колокольчику. Угу. Все, давайте, Поски, а там у тебя называется? Еще осталось там-то. Не, ничего. Харшлама там это. Негодяй ТВ называется, ребята. Ой, я еще раз. Негодяй ТВ. Негодяй. Дохавай ее. Все, давайте, парни. Давай, хорошо, удачи тебе. Пока. Колян! Колян, братуха! 100 лет, 100 зим, братское сердце, как ты? Нормально. Слушай, ты изменился, ты похорошел, отвечай, а? Давай мы с тобой, знаешь, в каком шоу поучаствуем? Какого? Которое называется «Музыкака». Музыкака. Музыкальное шоу, братан. Давай. Будем сейчас кайфовать прям с тобой. Против здесь. Я покурю. Да делай, что хочешь. Спасибо. Я рад тебя видеть. А, ребята, это Колян, кто не помнит. Колян! У-ху! Кино? Кинологопед. Кинолага.
Или... Кинолага? Киноло-го. Кинолог. Переходим на второй канал и в удовольствие кайфуем от Коляна, который участвует в шоу «Музыкака». Махунга!